Сайгак – это реликтовое животное, осколок мамонтовой фауны. Еще в недавнем прошлом обитал на огромной территории от Британских островов до Аляски. В настоящее время в России осталась одна популяция, которая обитает именно только в России. Это на территории Республики Калмыкия и Астраханской области. Это популяция сайгака северо-западного Прикаспия, которая, собственно, является основным объектом охраны в нашем заповеднике, заповеднике Черные земли. Заповедник Черные земли, он был создан в 1990 году в восточной части Калмыкии, в экорегионе Черные земли, откуда и получил свое название. Был создан на бросовых землях в свое время. Там пастся многочисленный скот практически со всего Северного Кавказа. Ну, Черные земли, почему такое название, вы наверняка знаете, да? Потому что там не было снега, практически не было такой климат, что, во-первых, очень мало осадков, и зимой всадник, когда ехал по степи, по снежной калмыцкой степи, подъезжая к восточной Калмыкии, к этому региону Черной земли, он смотрел на горизонт, о, земля темная, снега нет. Отсюда есть такая легенда, что именно поэтому Черные земли получили свое название. Заповедник взял на себя функции, прежде всего, это охрана, охрана дикой природы. Это прежде всего история про сохранение. Сохранение нашей целинной степи со всеми ее обитателями. Сохранение биогеоценозов, то есть не только главный там сайгак, да. Нам важно сохранить полностью участок степи с волками, с лисами, корсаками, с пауками, птичками. Ну, сайгак, конечно, там во главе, как такой один из самых узнаваемых видов. В этом самая главная функция заповедника. И вот у нас есть отдел охраны. Он занимается именно тем, что охраняет заповедник от вторжения людей, не допускать туда несанкционированный заход людей, домашнего скота, скажем так, да. То есть мы охраняем его от внешнего воздействия. Еще в нашем заповеднике есть отдел науки, который ведет самую главную нашу книгу, это летопись природы, куда вносятся все изменения ежегодно. Температура воздуха, сколько у нас было солнечных дней, учеты животных проводят, сколько в этом году сайгаков, сколько волков и так далее. Все эти фенологические данные заносятся. И на протяжении многих лет, чтобы можно было посмотреть, как изменяется природа сама по себе, без особого вмешательства человека. Есть отдел экологического просвещения и развития познавательного туризма. Прежде всего, этот отдел, работа этого отдела направлена на то, чтобы знакомить людей, в первую очередь подрастающее поколение, с природой нашей степи, с природой Калмыкии, прерывать любовь к нашей природе. Да? Вот сотрудники отдела ходят по школам, проводят какие-то лекции, экологические уроки, рассказывают детям, какие виды животных у нас обитают, какие птицы, звери у нас есть в степи, в том числе редкие, находящиеся под угрозой исчезновения. В заповеднике самая ответственная пора – это весенний период, где формируется отельное скопление для производства потомства. Инспекторами устанавливаются информационные знаки, проводятся профилактические беседы с населением, животноводами о факторе беспокойства. В одном из маршрутов была замечена самка сайгака, крутящаяся на одном и том же месте, подавая тревожные звуки. Но из любопытства, подойдя к этому месту, в заброшенной норе, был живой новорожденный сайгачонок. Ввиду этого увиденного, тут же его спасли. Дежурство экипажа ежесуточно заключается в охране, мониторинге сайгаков, также и наблюдение. Все, что увидено, мы записываем в журнал маршрута, указываем погодные условия, количество и, конечно же, привязку к этому месту для подсчета и анализа всех наших работ. В 92-м квадрате нахожусь, северо-восточный, наблюдаю. Дежурные экипажи при любых погодных условиях на автотранспорте проезжают более 100 км в день. При подсчете сайгака мы после дежурства определяем уже, где
проходят пути миграции, где они больше кормятся. То есть сразу видно для нас, что как он себя ведет, что для него как бы лучше. Может возникнуть вопрос, зачем вообще изучать сайгака? Самый главный ответ здесь заключается в том, что ты должен знать свой объект, что ты охраняешь. То есть, если ты не можешь понять какие-то изменения в поведении, изменения в экосистемах, ты не сможешь выстроить эффективную систему охраны. Поэтому, именно вот поэтому основным научным объектом в заповеднике у нас традиционно является как раз сайгак, популяция северо-западного Прикаспия. Основные мониторинговые работы мы проводим в период массовых концентраций сайгаков, то есть это весной и осенью, в периоды самых таких важных жизненных этапов в сайгаках. То есть это во время отела, когда рождаются молодые сайгачата, и во время гона, когда происходит сезон размножения. То есть в это время мы постоянно в степи наблюдаем, считаем, какие-то замечаем особенности в поведении сайгаков, для того, чтобы как бы, ну, прогнозировать какие-то дальнейшие, возможно, изменения в популяционной структуре. Что сайгака отличает от других животных, ну, скажем, в России? Это то, что у сайгака очень хорошая плодовитость. Самочка сайгака, родившаяся весной, в мае, она уже осенью достигает половой зрелости и может покрываться самцом. И следующей весной, то есть когда ей будет год, она уже приносит потомство одного. А еще через год она уже приносит по два. И так до конца своего репродукционного цикла, скажем так. Благодаря этому популяция сайгака может удваивать свою численность за 2 года. Это очень хороший темп. И если сайгакам, скажем так, не мешать, то есть не причинять им беспокойства в виде браконьерства, каких-то факторов беспокойства, да, оставить степь нетронутую, чтобы были корма, то сайгак очень быстро поднимет свою численность. Такое было уже вот, буквально в недавний период, я говорю вот о прошлом веке, да, когда в 40-х годах, 30-х, 40-х годах прошлого столетия считалось, что сайгак уже исчезающий, вымирающий вид. Сохранился он здесь только в самых глухих местечках, степях черных земель, а уже через 15-20 лет его уже было около миллиона. Самый важный, самый ответственный период для сайгака – это период отела. Период, то есть массового рождения молодняка. Он обычно происходит в конце апреля, начале мая, и в это время все научные сотрудники, конечно, мы всегда в степи и наблюдаем, мониторим, как бы смотрим, как там это все происходит у сайгаков. И в это время мы как раз определяем постнатальную смертность, это смотрим, сколько детенышей выживает после рождения. Также у нас вот есть довольно такой уже длительный проект научный с ветеринарной службой Московского зоопарка, в ходе которого мы определяем причины смертности сайгаков вот как раз в период отела. Для чего это сделано? Сайгак, это как массовое копытное, он подвержен различным болезням. То есть, наверное, многие помнят, что вот в Казахстане в 2015 году почти половина всех сайгаков погибла по причине болезней от пастереллеза. И вот чтобы исключить эту ситуацию и вот быть готовым, если вдруг что-то такое будет у нас тоже, мы вот как раз в рамках этого проекта определяем причину смертности сайгаков, берем анализы, смотрим на наличие разных каких-то возбудителей и, то есть, как бы стараемся держать руку на пульсе и понимать, как бы, какие вообще болезни, какие негативные факторы у нас в популяции сайгака есть. И вот как раз поэтому к нам каждый год на отел приезжают сотрудники ветеринарной службы Московского зоопарка, и мы с ними проводим вот эти исследования. Мы в заповедник приехали в рамках совместной программы по исследованию встречаемости заболеваний у сайгаков совместно с сотрудниками заповедника «Черные земли». Мы приезжаем уже не первый раз. Здесь мы, наверное, с 2019 или с 2020 года. Приезжаем чаще всего пару-тройку раз в год. Приурочиваем наши поездки к отелу или к гону самцов.
Ну вот в мае приехали в связи с тем, что ожидается очередной отел. Цель наших визитов заключается в том, что мы стараемся выяснить причины заболеваемости и причины гибели сайгаков в популяции при Каспии, в данном конкретном месте. За тот период времени, который мы уже занимаемся этими исследованиями, мы не единожды сталкивались, слава богу, не с массовыми падежами, но встречали павших сайгаков в степи. Если в случае с отелами, то чаще всего это, конечно, самки или детеныши. А в случае, когда мы приезжаем на гом, то чаще всего самцы. Ну, глобальный вывод можно сделать такой, что, скорее всего, причина гибели сайгаков, она по естественным причинам, то есть это естественный ход жизни в заповеднике. То, что мы находили, это результат деятельности волков. Но, в общем-то, по статистике получается, что, несмотря на то, что волки занимаются охотой на сайгаков, они значимо не влияют на их численность. Когда мы приезжали в 2020 году, численность сайгаков была около 7 тысяч примерно. На сегодняшний день вот мне дали информацию, что в 2022 году уже насчитали более 20 тысяч. То есть получается, слава богу, что численность сайгаков неуклонно растет. И это достаточно здоровое поголовье. В дальнейшем мы планируем продолжать наши исследования и мониторить состояние и количество этих животных чудесных, которые живут в степи. Кроме того, особое внимание мы также уделяем каким-то необычным фактам и необычным погодным явлениям, и как они могут повлиять на сайгаков. Например, в этом году, этой зимой, в феврале, было такое довольно уникальное для нашего экорегиона явление, как высокий снеговой покров, который держался очень долго. То есть, несмотря на то, что само название нашего заповедника, экорегиона Черной Земли, говорит о том, что снега у нас обычно очень мало, и он обычно всегда очень быстро тает. В этом году как никогда его было много, и вот во время выездов мы как раз внимательно замеряли снеговой покров, то есть в некоторых местах он превышал 20 сантиметров, что как бы является такой очень удивительным фактом для нашего региона, и смотрели обязательно, как происходит зимовка сайгаков в этих условиях, то есть как они, могут ли они добывать корм, как они переживают вот эти температуры. И, как выяснилось, сайгаки очень хорошо приспособлены для того, чтобы добывать корм под таким снеговым покровом. То есть мы много раз наблюдали, как сайгаки раскапывают снег и уже поедают траву. То есть как бы это очередное подтверждение того, что сайгак, он благодаря своим адаптивным механизмам, очень быстро и легко приспосабливается к разным погодным условиям, то есть и жара летом 40 градусов, и также и вот такая холодная снежная зима, это как бы никак в негативно на сайгака не влияет. И вот по результатам накопленных исследований можно уже сделать предварительные выводы о том, какие вообще главные причины гибели сайгаков в естественных условиях. Первое, самое главное, которое мы фиксировали, это порядка 90-95% это от гибели от хищников. То есть молодые сайгачата — это очень легкая добыча для волков, для лис, в первую очередь волков. И очень часто мы находили просто большое количество сайгачат, которые убиты волками. Они их зачастую даже не съедают, то есть они могут просто походя как-то идти, их убить и идти дальше по своим делам, к сожалению. Но с другой стороны, это природа, и здесь ничего не сделаешь. Вторая причина, которая тоже как бы часто мы замечали во время исследований, это патологические роды у самок. То есть когда во время процесса родов что-то идет не так, и, к сожалению, самка и детеныш погибают. То есть вот это самая главная причина. Каких-либо болезней, эпизоотии и прочего на данный момент не выявлено. Но мы все равно будем продолжать эту работу, чтобы как бы понимать, если вдруг что-то такое будет, чтобы мы были к этому уже готовы. И вот эти павшие сайгаки, это являются, можно сказать, главным блюдом на перу у большого количества других животных. В первую очередь это, конечно, птиц-падальщиков, которые слетаются к нам с Северного Кавказа. Это черный гриф, белоголовый сип. Ну и также степные орлы не брезгуют довольно часто тоже отведать падали, то есть они тоже мертвыми сайгаками питаются. Если как бы у них есть такая возможность, они, конечно, ее не упустят.
Для отельного скопления сайгаки чаще всего выбирают какие-то открытые места без высокой растительности, и чаще всего они покрыты мятликом. То есть это такой вид растений, который к началу отела обычно уже становится такого бурого, желто-бурого цвета и помогает маскировать новорожденных сайгачат. То есть они как бы именно по цвету сливаются с окружающей средой. Также вот эти территории чаще всего находятся в отдалении от каких-либо источников воды, потому что хищные животные, в первую очередь волки и лисы, они очень привязаны к воде. И для того, чтобы уменьшить риск нахождения хищником своих детенышей, вот сайгаки часто как раз выбирают территории, которые максимально отдаленные от воды. Первые дни после рождения – это самые ключевые вообще для сайгака сроки. То есть в течение первых дней сайгачонок максимально уязвим, он лежит, как бы старается не убегать. То есть если к нему подойти, он до последнего старается выжидать и как бы бережет силы. И в это время самка должна находиться где-то всегда поблизости от него, кормить его несколько раз в день, обогревать его своим телом для того, чтобы как бы в течение этих дней у него уже настроился обмен веществ, терморегуляция, и он смог уже самостоятельно дальше передвигаться. Если в это время им сайгакам мешать, то это все может нанести большой вред для новорожденного сайгачонка. Период отела проходит обычно в течение 2 недель с момента рождения первого сайгачонка. Если все нормально, в течение уже 3-4 дней с момента рождения сайгачонок может вставать на ноги, следовать за матерью и постепенно начинает уже откачевывать с территории отельного скопления. Отличительной особенностью отела этого года, ну, можно сказать то, что впервые за много лет отельное скопление разделилось на 2 части. То есть одна часть у нас была на территории заповедника «Черные земли», это большая часть. А меньшая часть, где-то 1/3 популяции, у нас была на территории заказника Миклитинский. То есть это тоже довольно удивительный факт. И по нашим оценкам это свидетельствует как раз о том, что популяция растет, и теперь им нужно просто больше территорий для того, чтобы эффективно размножаться. И если мы правы, то в дальнейшем с ростом популяции этот процесс будет также возрастать. То есть отел будет делиться на разные зоны, на разной территории. В летний период сайгак обычно концентрируется где-то недалеко от источников воды. В этом плане он довольно неприхотлив и может потреблять и соленую, и горько-соленую воду. При наличии, разумеется, пресной воды он будет использовать ее, то есть чаще всего они скапливаются рядом вот с каналом пресной воды, который у нас проходит по западной границе заповедника. Но если где-то они находятся дальше, они спокойно пьют и соленую воду. Кроме того, они часто концентрируются в районах сухих саг в Миклитинском заказнике, то есть где вот ровная площадь и соленая корка. То есть в это время они могут в жару отдыхать на этой соли, то есть там из-за того, что меньше кровососущих насекомых, которые им докучают, и как бы лучше проходит обдувание ветром, то есть они спокойно тоже лежат, отдыхают в это время на соли. Очень как бы любят такое времяпрепровождение. Несмотря на то, что волк часто охотится на сайгака, главным врагом все-таки в настоящее время для него является человек. То есть если сайгак и может когда-то исчезнуть, то только из-за деятельности человека. Это в первую очередь из-за браконьерства, из-за нарушения места обитания сайгака, распашки земель, строительства каких-то линейных объектов. И будем надеяться, что благодаря деятельности заповедника, других природоохранных структур удастся изменить все-таки отношение людей к этому, что люди перестанут относиться к сайгаку как к ресурсу, который нужно бесконтрольно потреблять, а будут относиться к нему как все-таки к нашему достоянию. Сайгак вообще уникальный зверь. Уникален он тем, что он живет преимущественно, он, собственно, эндемик, живет именно на этой территории, на территории Калмыкии. И слава богу, что благодаря усилиям сотрудника заповедника и, в общем-то, неравнодушных людей удалось сохранить и постараться создать условия для их удачного размножения. Вот благодаря той тяжелой работе, которая ежедневно проводится сотрудниками заповедника и людьми, которые
участвуют в жизни сайгак, да, удалось сохранить этот вид. Мало того, что сохранить, так даже немножко приумножить. И, собственно, можно сказать спасибо всем жителям Калмыкии, что прекрасно понимают всю ответственность перед этим замечательным животным и по мере сил и возможностей сохраняют эти жизни для последующих поколений. Пускай это банально звучит, но тем не менее это правда. Ну, работа заповедника «Черные земли» прежде всего на современном этапе направлена на сохранение популяции сайгаков. Не только сохранение, но и приумножение. Как вы знаете, когда-то сайгак обитал на территории всей нашей республики. Сейчас же сохранился фактически только на территории двух районов – Черноземельского и Яшкульского. Но вот последние годы в связи с ростом численности он начал по своей генетической памяти стремиться идти своими древними старыми тропами. И вот он уже доходит у нас по цепочке Сарпинских озер до Киченеровского района, даже до Сарпинского района. С другой стороны, он доходит до Октябрьского района. В ближайшие годы мы ожидаем, что он посетит свои некогда любимые им пастбища Кибрульского района. Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к жителям нашей республики, чтобы мы все вместе с вами приняли участие в сохранении нашей уникальной степи. Калмыкия на юге России – это последний оплот степной дикой природы. Задумайтесь об этом. Если мы с вами сейчас на этом этапе не сохраним сайгака, он рискует исчезнуть вообще из наших степей. Я думаю, что наши труды и наши возможности дать населению радость, что это животное, оно осталось, сохранилось и существует в нашей степи. Сайгак для нашего народа, я считаю, во многом такое тотемное животное, очень важное. Почему? Потому что там, где кочевали калмыки, где сформировались калмыки как народ, и кочевали, везде обитал сайгак. Если мы возьмем степи Монголии, Джунгарии, да, то там есть монгольский подвид сайгака. Потом калмыки вышли из Джунгарии и начали кочевать по северному Казахстану. И там водятся сайгаки, беспагдалинская популяция. Есть волгоуральская популяция, когда уже перешли через Урал к Волге. Потом калмыки перекочевали на правобережье Волги. И здесь есть популяция северо-западного Прикаспия, как мы сейчас ее называем. То есть на протяжении всей своей истории калмыки делили пастбища вместе с айгаками. И у меня глубокое убеждение то, что калмыки неразрывно связаны с этим видом. И если мы допустим то, что сайгак исчезнет в нашей степи, то я считаю, что и наш народ исчезнет.